Несколько десятков учеников закончили обучение в этом году в детской школе изобразительных искусств, месте, где куются настоящие таланты, маленькие звездочки высокого искусства. Как и полагается, выпускной юных художников проходил в окружении стильного и изысканного в стенах детской хореографической школы искусств имени Погодина. На мольбертах работы дипломников, все картины пронизывает тема театра. И если театр, как известно, начинается с вешалки, выпускной в художке с ее директором. Даже 3 года некоторые назад и порывались уходить, и не сильно хотели работать, а просто по инерции ходили. А сейчас вот видите, даже слезы, потому что не хочется расставаться, потому что вот вроде как к концу и понравилось, и к концу, и появился вкус к творчеству. Но такое всегда бывает, когда пирог заканчивается. Вдруг вспоминаю, что он был очень вкусный. Выступление ведущих артистов в театре – один из главных аккордов. В роли них сегодня наставники. Они на протяжении долгих лет прививали детям любовь к красоте, воспитывали художественный вкус, помогали создать дипломную работу. Когда дети приходят с 8 лет, они все талантливы, все по-своему талантливы и хороши. Но с возрастом они же тоже меняются по характеру. И требуют тоже какие-то или физической какой-то больше нагрузки, кто-то тише, и видно, что усидчивый ребенок, и он хочет порисовать, и там и что-то руками поделать. Поэтому на протяжении 8 лет они сами выбирают дорогу, куда они хотят идти. Дипломную работу Дарьи Гриневич нужно рассматривать долго. В ней все. Кукольные драматические театры, зрители, таинственное закулисье, бутафория. Это работает, можно сказать, весь мой внутренний мир, потому что внутри меня живет не один человек, а их столько, что я сама не всегда успеваю за ними ловить их и успевать замечать, кто где появляется. И так она показывает, что две работы, что и та я, мой внутренний мир, но две не абсолютно разные. То есть я могу проявлять себя с разной абсолютно стороны. И точно так же можно провести параллель с жизнью, что у нас вся одна жизнь, у всех своя роль, у всех абсолютно разные судьбы и истории. Самый волнующий и запоминающийся момент выпускного – вручение свидетельства об окончании учебного заведения. Они прощаются с любимым местом, со слезами на глазах и отправляются в вольное путешествие по просторам искусства. Но кто знает, быть может, кто-то из них еще вернется в школу. В качестве кого? Гостя, учителя или родителя? Покажет время.